Ну, поехали. Всем привет, с вами Марисен, и сегодня я расскажу вам про свой обычный день, когда у меня нет съемок. А, ну хотя я все равно снимаю. Каждое утро я играю с кошками, сижу в Инстаграме, и, кстати, подписывайтесь, мне будет очень приятно. Потом я еще лежу в кровати, потому что я не люблю вставать рано, но я все-таки встаю и иду умываться. Делаю очищающую маску для лица, наношу ее один раз в неделю, дальше принимаю душ. Гер, что ты будешь на завтрак? Давай яичницу. Яичницу? Ну, хорошо. Я пока в душ, камера включена. Спасибо. Ну, начнем. О, спасибо большое. Я не хочу рассказывать, как я крашусь, это я уже делала. Я просто вам расскажу некоторые секреты, которые помогут не только девочкам, но и мальчикам. Еще очень часто с утра меня будят курьеры, но тут им не удалось это сделать. Я уже встала. Герман, открой, пожалуйста, дверь. Я пользуюсь каждый день лечебно-гигиенической помадой, потому что в эту погоду губы могут трескаться, а это не очень приятно. И что же сегодня мне пришло? Духи.рф. Я помешана на духах. Это один из самых приятных моментов, когда ты открываешь коробку. Я заказала свои любимые духи Леди Миллион и Герману Армани. Он их давно хотел. А на этом сайте всегда есть в наличии. Еще и цена намного дешевле, чем в магазинах. А для моих подписчиков в описании под видео промокод на скидку 5%. Я думаю, вам будет приятно. А я обязательно в скором времени сниму рум-тур, где я покажу все свои любимые ароматы. Мы помешаны на духах. Это точно. Я всем очень советую крем для век. Взгляд становится свежее. И не видно недостатков, даже когда вы не высыпаетесь. А я из-за монтажа очень часто не высыпаюсь. И Гера тоже так делает, потому что он тоже монтирует. Раньше не верила в это, но когда начала пользоваться, была очень удивлена. И обязательно пользуйтесь увлажняющим кремом, чтобы кожа была здоровой. Ну и дальше как обычно. Сегодня мы решили пройтись по магазинам и пойти в кино. У меня нет любимых марок, магазинов, я просто захожу, и если вижу что-то крутое, то беру, неважно какой это бренд. Сегодня мы идем на мультик «Тролли», и это не просто так. Я озвучила в нем две маленькие роли – бабушка Цветана и девочка тролля в толпе. Для меня это очень большой шаг, это все-таки DreamWorks. После того, как я услышала свой голос, мне было очень приятно. Я приехала домой, жалко, что так быстро темнеет, кажется, что день намного короче. И я начинаю монтировать ролик, и так почти каждый день. Цените блогеров за то, что они для вас делают, потому что монтаж занимает очень много времени, да и съемка иногда целый день и даже больше. И да, уже утро. Ставьте пальцы вверх за старание. Ну и, конечно же, спать. И завтра опять новый день. Снимать для вас видео и радовать вас. А с вами была Мариса. Пока на связи через камеру. XO. Don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, the darkness inside you.